Se ti devo dire la verità, bellino. Non levare, perché l'hai levata subito? Ma tu mi hai detto così. Боже, как женщина сутулится. Надо всегда сходить с ровной спинкой. Это какой у тебя, 39-й? Un pochino dietro, non lo so, ragazzi. Perché dice, ma è questo o quello? Я не застегиваю, видишь, я вообще не завязываю. Я застегиваю, всегда. Но если ты будешь носить с брючками, хорошо. Мне понравились. И вчера мастер пришел красить, и тоже мне сделал комплимент, сказал, классные ботинки. Я бы лучше, чтобы ты померила открытые вот эти вот. Подожди. Я хочу вот эти каблуки попробовать еще. Каблуки ты не сможешь. Вот эти. Ты в этих-то не ходишь. У меня есть еще, то они берут прикольные. Давай, давай, мери, что еще? А где мерю, где буду брать сама? Вообще? Софочка, смотри, сумочка и шапочка. Тебе надо. Смотри, нет, мне такой не надо. Софи, смотри, сумочка, Софья и шапочка сразу. Ничего, давай померим тебе. Где я буду идти? Где ты будешь идти? Куда? Ты дурная. А ты, здесь, да. Сумочка специально для тебя. Сколько за меня длинка? А что, телефончик положила, бутербродик, и все, бутербродик маленький, все. Скакалочку. Стой, когда пересолитары. Мама, давай будем посмотреть, как постараемся. Софи, давай не надо сейчас делать вид, что ты пришла делать шопинг, не надо. Я буду давать, моя сумка и обьянка. Какая? Обег? Давай, выноси. Я не буду одевать, мне не нравится, это трохи пизалка. Все, приноси мне ее, я буду носить. Надо спросить цену. Sì, mi piace, ma posso trovare anche quella che sta così. Только сними носок, Софи. Ну давай, показывай. Мне не нравится вот это. Anche a casa, fa così con i tacchi. Широкая, узкая, да? Devi fare quanto sono sudati i piedi con. Когда нога это самое, говорит, мокрая, неудобно. А мне не piace che dietro mi scivola, cioè se io cammino, a me questo mi scivola. Они говорят, у меня она спускается на этот назад. Per questo non compro queste scarpe, perché mi scivola. Вылетает пятка. О, prendono più grande. Да, типа, ну, 40, потому что уже 39, и не мне шивола. Слушай, она зато на море поехала, всунула и пошла, и классно, и ножка дышит. А я на море хочу камбю, две скарпы, я пролиту как это. Да, такие. Классно, она говорит, я когда на море еду, я меняю, это Саша ездит в этом. Слышишь, это самое... Кеду 39. Бери 30, ну, это ты какой? 39. Может, это просто не твой фасон, София. Нет, они еще и не дома. А вот такие, смотри. Они все... Все равно, да? Questo non li metto davvero. Здесь хотя бы две, а здесь, видишь, одна. Chiedo 40 e 20. Ну, а вот такое, смотри. Как это говоря? Как цыган. Ну, джинсы такие спроси. Я бы сама такие джинсы носила. Тю, так классно, что тебе на море ездить, это класс, сейчас большие модные сумки, тю, ты такая интересная, глянь, как классно. А что теперь надо, надо быть на всех похожей. Да, она просто, видишь, она же неудобно, что все вытянуть. Это так на море, она классная. Тю, хорошая сумка, просто что там она так открытая, что украдут все, что можно. Смотри, Софи. Софи. Мам, ну бери одна сумка красивая за меня. А что, она некрасивая? Да, но она где? Я, блядь, иду с вот этой. Вот так. А я что, где бомбина? Вот так. Мам, как твоя большая, как мне это? Ого, куда тебе такая? Добрый. Дай-то всем поближе, поносишь жену медву. А мне
40. Mi scusi, questa qui si può prendere 40, perché dice quando cammini... Poi mi sciva la sudore. E poi di questo qua... 39. Mi porti 39. Queste due invece me le levi. Sofia, ma per quanto è piccola vuoi la borsa? Per quanto è grande, per quanto è piccola? Perché c'è... Вот это красиво. Да, вот так. Вот так, ну, хорошо. Летняя, смотри, какая классная. Сколько она стоит? Ma 40, questa è 38, eh. Ah, di questa qua con il 39. Quanto viene questa qui? 40-50. Красиво. Очень красиво. Guarda, Софи, piccola, guarda com'è. Будешь брать, я тебе буду давать моя вера. Давай. Мама, как ты... Слушай, я вот это мне нравится. Смотрите, какая классная сумка. Мама, летняя. А ну, открой, посмотри, что там у тебя. Как ты можешь там носить вот этот обек? Обек мне очень нравится. Да, она очень большая. Она тяжелая, да? Но мне нравится. Классивая. Так она летняя. Да, здесь у тебя это, здесь кармашек. А знаешь, что будет, кармашек? Если сейчас вот это? Открывай рот, будешь кушать. Так я хотела посмотреть, как оно будет без этого. Будем покупать, давай. Идем. Зеленый? Может, у них другого цвета есть? Почему? Такие. Зеленый красивый. Не, зеленый красивый. А вон розовенькая тоже неплохая. Не, вот эта серенькая мне тоже нравится. Нет, ужасная. Не, вот это классная. Зеленая такое, да? Anche quello di prima già era bello colore, ma era troppo grande. Она плохо закрывается. Sì, ma è bello colore. Видишь, видишь, такой сейчас весь... Ma... Видишь, в этом сезоне модно. Смотри, какие, смотри, для тебя специально, смотри. Сандалики. Мама. А, София, это тебе. Смотри, пранзу. Смотри, бутербродик взяла. Пошла, вот открой. Ты мне твой боди шейминг. Открой. Мам, ты открой. Мне... это боди шейминг, мам. Открой, боди. Смотри, открой. И там, смотри, хлебушек сложила, колбасочку. Allora. E poi altra cosa. Senti, ma di qui c'è altri colori, così? Ce l'ho anche beige. No, verde bello. Sono scontate loro? Queste borse sono... Su ogni doppio acquisto c'è il 20. Prende due, c'è il 20. Ecco, ora va bene. Ok. No, perché pensavo di averti chiesto 39, mi sono sbagliato. Non preoccupare. Questo è 39 ed è perfetto. Dice? Non mi scivola pieno. Ты хочешь тигривые вот эти, да? Я посмотрела били, я подумала били, но вот эти... Мири, мири. Но мне больше не пьюкози. Надо быть уверенной, София, что они у тебя не будут спадать. Ну, ничего мне принесешь, будет спадать. Да, правильно, стой вперед больше, стой. No, va bene, che rimane anche un po' di... Так, зато ты эти одела, поехала на море, и все. А в этих ты, наверное, на каблуке ты, наверное, не сможешь ходить. Слышь, толстые могут ходить? Да, могут толстые, конечно. Посмотреть на женщину. Кстати, ты должна, а ты должна, быть не, ты должна не смотреть не на толстых, посмотри, а на худых. На... Мне нравится. Ну, они все равно тут очень белые, но, forse... Они неудобные. А, это неудобнее, чем вот те. Они, наверное, они легче, потому что те из дерева, из натурального. Мали, но не, одень вторую. Она... Да, вторую, чтобы походить. Ты должна, там у тебя стоит мой велосипед. Что мы тут смотрим? Что смотрим? Смотрим, ляха-муха. Слушай, а мне нравятся вот эти джинсовые. Я не знаю... Я их не мерила, не знаю, как в них, но они шикарно смотрятся. Да, но эти красивые. Но эти просто еще открытые, в них и не жарко, София. Но ты в них такая смешная, ты как свинка, Пепе. Да, когда я иду потом в субботу сера, мне говорят, ну, все-таки я красивая. Она говорит, я одеваюсь в субботу красиво, меня все смотрят. Я одеваюсь сейчас вот так, когда я иду в бар. Боже, какие ножки ужасные. Иди посмотри в зеркало, Сонь. Я знаю, как я сама... Как тебе ходить? Сэн. Эти или эти? Мне нравится, когда ты мне говоришь вот это. Не нравится? Нет, почему? Да, una parte questi sono meglio perché sono bassi, però questi te lo giuro che se li metti ai piedi senti differenza da quelli neri. А что теперь сделать с черными, если тебе эти потом черные? Подарю, ты будешь подарить Лене, почему? Лене моей подарить, она не будет носить. Дарине, Славе. Дарина не будет, Слава такой тоже. Когда у меня будет два, я... Будешь меняться, да.
А где в зеркало посмотри? Зеркало вон там. У меня здесь есть зеркало. Сонь. Какой, блядь, София тащится от своей задницы. Какая у меня красивая задница. Кошмар, ужас. Как можно тащиться от такого зада? А я, мне наберет мой зад, он мне нравится. У тебя нет. София, ну что? Легкие? Все. Пьют норму соус. А вон есть черный, смотри, есть синий и черный. Но. Правильно, это дерево. Questo. Ну, ты сравнила этот ширпотреб с этим с туфлей. Давай вот так. Давай, я не знаю, я лучше вот эти взяла. Нет, давай вот так. Слышь, что я тебе говорю. Я буду делать экзамен, мне надо туфли. Come andiamo? Bene. Мне надо два туфли. Один, если я... Se l'ho vista la cassa. Я хорошо. Potete? И вот эти, пенамори, скуру. Allora, ma la borsa ti va bene? Sì, la borsa. Allora te la prendo da dietro che ce l'ho imbustata. Va bene, ora. Mi scusi. Sulle scarpe. Non, le, non sa, non dici, non la sa come. Demmi. Cosa vuoi, cazzo? Мне надо с тобой померить, чтобы сказать, насколько они классные, понимаешь? Тогда давай померим. Давай. Снимай. Снимай меня. Я снимаю. Один будут делать экзамен на море, и один будут ходить. Anche a te ti stanno bene, però. Они неудобные, когда ходишь. Они удобные. Они неустойчивые. Ты просто увидела, тебе понравились, и ты хочешь. Но они не нет, они удобнее. Больше, чем вот эти мели. Они просто легкие, они легче, чем вот эти. Ты меня видишь? Да, вижу. А, и у тебя есть лак на ноги. Ну, знаю, говори. Классные. А. Они знаешь, чем классные? Тем, что здесь вот это вот... Но ты не сравнивай, это марка, это классная. Ну да, ну, вот эти очень красивые. Мне надо два. А какой ты размер взяла? 39. Perché noi abbiamo preso sotto i ricordi questi qua. Io me ne sono presa qua. Да, provaci tutti e due. Questo no, questa sì mi piace. Мне тоже понравились. Я когда одела две, они очень легкие. И я когда одела две, конечно. Anche io ce l'ho, guarda, delle scarpe nere. Они все равно тебе здесь немножко будут потеть, София, первый giorno. Cavolo, anche questi sono leggere anche questi, perché almeno mi piacciono. Vediamo se arriviamo alla cifra. Sì. Lei dice che lei fa male qua dietro, dice che lei si staccano qua. No, quella che è la misura più piccola. Questa ci va dentro, eh. Va bene, mi fa un calcolo su queste, che se queste ci vanno. Vediamo quanto si va. Si piace, sono anche così, guarda. Ma non mi piace, no, ma sono già venuta qua quattro volte. Sì. Domanda, oh, senti, ma non vuoi provare quelle bianche che no, brillano di più? No. Anche a me quelle piacciono di più. Ну все, на лето у тебя есть обувь. Да? На море, да? Или, да. Или вечером ходить? Вечером я очень... La sera или на море, no? Sì. No? Queste jeans sono davvero belle. А мы эти фейнеры, которые мы взяли с собой, мне нравятся тантиссимо. Мне фанно комплименты тутти с этими. Sono molto belli, eh. Poi la pianta comunque dentro è morbida. Sì, però они... quelle me le fa sudare tantissimo. Sì, suda un po' e fa un po' male, però sono bellissime. Ah, io se non voglio cadere con tutte. Ah? Ah, io ce l'ho tutte che uso. Non ho poniamo, доченька. Uso tutte le scarpe. Я тоже, да, молодец, менять надо. Менять надо. Sì, ma non è che uso tutto una serie. Смотри, какое, Сонечка. Специально для тебя. For you. Какая красивая кофта, София. Посмотри. Худей. Не худей, а стройней. Начинай заниматься собой. Начинай, начинай. А это твое здоровье. Начинай. Начинай задумываться. Начинай задумываться, Сонечка. Это не потому, что тебе Куркуна хочет тебя у Федора. Уже все, у тебя вот эти дома тоже? Да. Си. Ну, София говорит, у меня вот эти я здесь купила в этом магазине.
Она говорит, у Софии вот эти, она говорит, она купила. Какие? Вот эти черные. Она говорит, ну они, говорит, неудобные, да, тебе давят. А какой размер у тебя? 38 тоже? 39, ну так вынесем, я померяю. Да. У тебя красивая сумка, София. Я сейчас не могу. Хороший тоже, Белли, вынеси. Ну я сейчас не вышла, я не могу вообще ничего. Она теперь меня звонит на доктора, на что? А зачем вообще, я не поняла, зачем ей нужен доктор? София, она новенькая, она только пришла на работу. Идем сядем, посидим. Подожди, я велика так ладненько, ну что? Ты довольна? Ну да, но я теперь не вышла. Не нервничай. Мне не должны тратить мозги. Могу я сказать, что я через сыра меня тяма со сыра? Не надо, ладно, оставь ее в покое, хай работает. Потом она звонит, как она, ассистент, ты прямо звонит тебя, потом до полминуты. Она, она позвонила мне, мне надо был код взять, а я ее сбросила. Ты не суп, кто позвонила мне. Ну правильно. Она работает, София, это ее работа. Тем более она новенькая. Чао. Она новенькая, она хочет показаться, что она классная. Давай сядем, посидим. Подожди, посидим. Подожди, я припаркуюсь.